Всем привет, ребята! Вы находитесь на секретной космической станции Хоспорта. Секретный космический Хоспорт — это я. А мы с вами возвращаемся в Opus Echo of Star Song. У нас тут немножко сбросило, по отношению к прошлому разу, немножко сбросило наши имеющиеся координаты. Давайте их восстановим. Вот еще одни. И вот еще одни, да? Но вот это вот какое-то очень далекое. Так, что мы с вами вообще... Да, у нас прошло с... О чем? Что здесь сканировать хочешь? Здесь какой-то объект, который мы не можем идентифицировать. Нам не хватает мощности. Можно это договорить, да? Нельзя. Не хватает мощности сканера для этого объекта. Да, вот эту. Мам, мы с вами тут еще в прошлый раз померли, из-за чего старый наш герой сказал, что нет, этого не могло быть, иначе бы меня здесь не было, да? Это было смешно, кстати, мне понравилось. Единственное, что я не понимаю, как мы... Вот смотрите, Analyze, он пишет, что fail. То есть мы... проблема не в том, что он fail, проблема в том, что мы туда не можем пролететь. А можем ли мы вот до сюда сходу дохреначиться? Нет, не можем. И как мы тогда будем добираться до сюда? Через здесь? Ты уверен, это далеко? А хули делать-то? Магазина рядом нет. У меня есть какао, вам тоже рекомендую. Ага. Процессинг плант. Так, я не знаю, где мы с вами разживемся. Подождите, а здесь что? Культурный фондейшн, Daily Lumen, Opus News Agency, Газовый гигант, Океания, Free City. Ну, придется сюда тащиться, но у нас... Придется поставить, так сказать, на лоха, потому что боюсь. Я вас предупреждал, топлива не хватит. Но у нас... Мы как раз за топливом и летим, без обид, конечно. Получено достижение Fuel Monster. Имеете право заплатить, короче, денег за помощь или продолжить дрифтовать. Да давай заплатим. Окей, отлично. Спасибо. Так, мы сейчас с вами купим топливо и полетим туда уже. Выполнять наши задачи, потому что задач у нас много. Да, да, привет, привет. Buy goods. Так, это мы берем. Полностью. Это у нас... Это у нас все заполнено. Я не знаю, что это, но оно у нас все заполнено. Все, ребята, до свидания. Так. Нам нужно сюда... Блин, а я не знаю, как мы пропашем-то здесь. Это уже минус 7. Представьте себе. И у нас остается 13 топлива. Это очень мало. Я не знаю, где мы здесь сможем еще подсосать. Так, West Mount Tonitrus. Зона строительства. Ну, поехали. Может, там магазин будет? Но я сомневаюсь. Магазинов здесь всего несколько штук. Ни хрена себе. Patrol Route. Симуляция Patrol Route. Провалена. Red Chamber уничтожен. Тупой компьютер. Надо было избежать этот патруль. Кого я пытаюсь впечатлить? Нет ни единого шанса, что наш компьютер сможет высчитать
полетные, ну, короче говоря, пути, по которым летает военный транспорт. Надо просто выкинуть Джуна вперед и сделать так, чтобы его поймали. Есть ли для нас способ уйти, чтобы только его схватили? Да ты у нас... Нет, такого способа нет. Просто сделай это ради Эдди, Реми, это ради Эдди. Ну понятно, она готовится к проникновению на сверхсекретную зону военных. Ни хрена мы за нее еще ходить будем. Я не хочу за нее ходить, она мне не нравится. Для пилота Red Chamber Реми Дориан. Хотите ли вы стать капитаном Silk Oasis флота? А, это от Ламара опять. Я уже сказала нет. Сколько раз я должна... Сколько раз он будет спрашивать? Может, придется воспользоваться его предложением, если Эдди действительно решит сбежать вместе с... Ну, вы поняли. Ничего полезного. Отлично. Спасибо. Огнетушитель, короче. Так, у нас здесь есть путь вниз. Я, честно говоря, не знаю, нафиг мы вообще всем этим занимаемся. Просто посмотри. Это сейчас будет ее история какая-то, что ли? Не могу поверить, что она все еще здесь. Да, реально, ее предыстория будет. То, что мы нашли в репорте. 16 килограмм розовых листьев ведьмы, 5 кило люмена. Я спрашивал не об этом, что насчет этих детей? Там какой-то военный детский приют или чё? Они живут в этом storage room, ужас какой. Эй, это ты доложил им? Или доложила? Мы благодарны тебе за помощь. Молодая Реми. Да она сейчас вроде не старая. Где Торан? Торан, короче, редкостный ублюдок. Он продавал детей. Так что мы здесь, чтобы вам помочь. Торан говорил мне, что любой человек в униформе лжец. Вот, возьми это. Ты должна быть голодна. Как тебя зовут? Я получу больше, если скажу тебе. Ты в любом случае получишь больше. Ты не врешь? Нет. Ты не выкинешь меня наружу в космос? Клянусь светом огня и железа. Глаза змеи. Чё? Так меня Торан называл. Он не любил, когда на него пялится. Это что-то типа никнейм. А реальное имя у тебя есть? К примеру, меня зовут Грей Торвик. Это так важно иметь имя? Конечно, мой босс... Меня отмудохает, если в отчете не будет написано имя. То есть ты не будешь бить меня, если у меня есть имя? Даже если я на тебя пялюсь. Да и кто тебя бить не будет. Ничего такого не произойдет. А Реми. Что? Реми Дориан. Где Торан? Реми Дориан, значит. Родителей нет. Место рождения Thousand Peaks. Была жертвой работорговли, короче. Место, где должны были значиться родители Реми, пусто. Она назвала назвала свое полное имя как Кози Реми Шоколад, произведенное в Дориан Корп. Какой-то солдат выдал ей шоколадку. Ей понравилось, как звучит ее название. Remis ID. Так. Помню, там была надпись сзади.
С этих пор она твоя семья. 8529, это год, 8529. By Red. Хатка Красной Ведьмы, Новый Иран. Окей. А в туда мы не можем больше идти, да? Ладно. Это что? Cleaning Bot. Произведен Opus Rocket Factory. А это отсылка на другую игру серии Opus. Там, короче, герои собирают ракету из всякого мусора в апокалиптическом мире. Robot without a purpose is no more than a calculator. Робот без призвания, это просто калькулятор, короче. Плакат какой-то. Что-то у меня Enter начал западать. Если космос не сведет нас вместе, космос нафиг не нужен. Короче. Изучайте постапокалиптическую романтическую историю с Фэй и Джонс. Я думаю, это тоже отсылка к предыдущей игре. Если бы только этот став реально случился. Да мне кажется, в другой игре случился, но я не уверен, правда. Письмо. Встретиться, так сказать, лично было для меня огромной радостью, моя дорогуша. Вот тебе мой зашифрованный канал. Если встретимся снова, зови меня Бензел. Письмо от романтического ублюдка, которого я встретил в Дарквебе. Написано от руки, как люди делали миллион лет назад. И почерк у него говно. Окей. Какой-то мусор. Это... Нет, это не может быть. Это документы, которые я использовал для того, чтобы заворачивать еду. Вот я закончил твой кастомный слип. Действует, короче, 3 дня. Тебе нужно поторопиться. Ты этот ребенок из третьего порта, который спит в сторож контейнера. Хочешь на меня работать? Дай мне бабки, короче, поспеши, я голодна. Аккуратно, этот ребенок принадлежит Торону. Лучше держать дистанцию. Чего ты боишься? Трафикер мертв. Да нет, он откупился, босс. Как иначе его могла бы поймать United Mining? Что ты имеешь в виду? Я не предавал Торону. Ты права. Просто хочу жрать. Он у нас дело или нет? Надо быть аккуратным, короче говоря. Астероид Belt Local. Проваливай, ребенок. Перестань на меня пялиться. Я его не сдавала, говорит молодая Реми. Forged Customs Sleep. Экспортер Iron Wind Traders Guild. Продукты. Розы вот эти вот, павдеры всякие. Фейковое экспортное разрешение, которое сделала Реми. Она, по-моему, продавала контрабандистам фейковые разрешения. Дай-ка я угадаю, в кого она кидает дротик. А, ты только один дротик с трех умеешь кидать, да? Ладно. А чё мы сюда припёрлись, собственно говоря? Что мы хотели здесь узнать? Я больше просто не вижу ничего. Не вижу путей вниз, путей наверх, ничего не вижу. Там военная виза мастера, когда она была на службе. По идее, этого хватит, чтобы нас провести. Expired military visa. Регион для доступа 1000 пикс. Окей. Видимо, это нам и нужно было, я так понимаю.
Expired Military Visa, Forced Customs Slip, Remis ID. Ну, вот это, наверное. Теперь нужно ввести информацию с визы. Дайте-ка посмотрю. Загрузи визу, Red Chamber. Loading Visa. Unable to identify Visa ID. Please re-enter user information. Ой, ну ты издеваешься. Я не помню, как ее зовут. Нет, ты правда издеваешься? Я не знаю. Red Chambers Basic Information. Окей, Red Chambers Crew ID. А, он все еще Red Chambers Crew. Так, подождите. Expired Military Visa. А, здесь все написано было. Ну, блин, кто знал? Ну, точнее, ладно, я... я должен был знать, окей. Хорошо. Я еще посмеялся над регионом Thousand Peaks, а все остальное по какой-то причине забыл. Сейчас, фотографируем это дело, да? Сфотографировали. Так, давайте смотреть. Давайте смотреть. Как отсюда выйти? Поехали. Military Visa, да. Значит, она Red Grant через A. Vessel ID. Hon 22. Hon 20. А я правильно выбрал. Level у нее 0.3. Давай, грузи. Эта виза была... отменена. Ну, невелика беда. Сейчас мы ее подправим. Ага, обновлена виза, окей. Молодец. Должно сработать. Теперь надо скопировать информацию с визы в коммуникационный модуль. Когда последний раз я это делала? Давай еще воспоминалку, да. Я понял. Это глава про нее, видимо, будет. Спасибо тебе за еду. Тинейдж Эда. Да, вообще не за что. Я удивлена, что ты можешь починить наши древние коммуникационные модули. Это хрень еще с войны, короче. Я не такая уж скучная, да? Приходи, короче говоря, к нам. Этот символ. Вы продаете цветы? Ну, типа, да. Наш капитан задизайнерил это. Не служить никому, кроме себя. Что там сказано? Даже стерлась надпись. Слышать голоса, значит. Типа вселенной. Что такое soul? Дух. Это типа, когда ты закрываешь глаза. И проникаешься, короче. Мне может нравиться спать в... комнате с двигателем, конечно. Ну понятно, это история их знакомства, значит. Как тебя зовут? Реми. Путь ведьмы Реми, это типа слушать твою душу и петь то, что ты слышишь.
Дай-ка я на тебя посмотрю. Реми. Так, прекрасные глаза. Люди с светлым взглядом. У них есть потенциал стать великими ведьмами. Ты сирота с войны? Почему тебе не пойти со мной? Я представлю тебя своему мастеру. Она, возможно, герой, но... С машинами, короче, полный ноль. Окей. Ну, понятно. Ха, Ред Чембер, найди список доступных ассасинов в этой эре. Результатов нет. Почему Эдди не хочет слушать меня, Ред Чембер? Не понимаю команду. А. Да ладно. Найди мне место, где можно купить яд. Она включила музыку. Исполняет Бензел. Тупое голосовое управление. Ты давай не выпендривайся. Не надо нашего главного героя травить. Вообще то, что мы его уже видели стариком, это как бы не имеет смысла. Потому... Я предполагал, что ты прячешься здесь снова. Не хочешь пойти включить компьютер? Не хочешь выключить компьютер? Нет, будет слишком темно. Это заставляет меня чувствовать себя одинокой. Но мастер и я на борту тоже. Когда Торан злился на меня, он отсылал меня в Айрлок. Он выключал свет и говорил, что выкинет меня наружу. Он плохой человек, да. Но теперь, когда он закончился, короче говоря, я о нем по нему очень скучаю. Я не могу понять, почему. Тебе он нравится, да? Но ты его также ненавидишь, да. Каждый раз, когда будешь о нем думать, приходи ко мне. И я буду новым Тораном. Но Торан был чувак, и я, короче говоря, я знаю. Давай какие-нибудь никнеймы придумаем. Попробуем. Эдди? Ну понятно, короче говоря, давай что-нибудь позаботься. Я очень о тебе позабочусь и все такое. Мне не нужен никто, кто будет обо мне заботиться. Серьезно? Ну что ж. Тогда я буду для тебя как тем, кем мастер была для меня. Forged Military Visa. Так. МТ Aurora Cave, West Mount Tonitrus. А мы же здесь были уже, да? Эти двое опять пропали. Мы это все видели уже, мне кажется. Так, ладно. Мы что-то отвлеклись. Ну, точнее, как отвлеклись, я подозреваю, что это было типа важно. Знать ее, так сказать, историю, но, честно говоря, мне она не очень интересна. Единственное, что я не понял, что она редкостная скотина. В смысле? Ё-моё. Мы сейчас опять сдохнем, что ли? Ну, давай попробуем, не знаю. Ха, смотрите-ка, получилось. Ничья, так сказать, образовалась.
Не, ну это было очень рискованно. Слушайте, мы прям по нижней кромке пробежались. Это опасно. В принципе, нам не то, чтобы очень много восстанавливать, конечно. Орбитальная станция на границе для защиты кейвов. И, короче говоря, для того, чтобы убедиться, что жители Авроры не нарушат космическое пространство. United Mining ни перед чем не останавливается, когда им нужно защитить свой люмен, короче. Окей. Это печально, потому что у нас заканчивается двигло. Заброшенный сигнал пещеры. Клан Румани приветствует всех мирных путешественников. Бла-бла. Окей, погнали. Здесь, может быть, надо было просканить? Опус 03. Вы вошли на территорию United Mining Airspace. Пожалуйста, пропустите нас на борт для инспекции. Еще раз. Давайте. Вторично повезло. Третично, боюсь, может и не повезти. Десятый год войны Люмен после коллапса Джауге. Ну, короче говоря, заброшены всякие. Во время войны строения. Так, что... О, да. Сколько их мы получили? Эй, Океанер, это старая United Mining и Румани Клан Battleground. Короче, здесь столкнулись силы United Mining и Румани Клан. Иди посмотри, есть ли там что хорошее. Конечно. Я внутрь не пролезу. Выглядит опасно. Джун, забудь о миссии, возвращайся обратно. Что мне делать? Я думаю, что... Exploration Robot справится с этой задачей. Раскопал туннель. Rumani Assassination Pact. Obtained Luminite Shards. Три штуки. Короче, это нож какого-то убийцы клана Rumani. Давайте еще. Возможно, здесь топливо получим еще. Вот, смотрите. Refined Metal... Luminal Metal Plate. Они нам, я точно помню, где-то были нужны. Вот, смотрите, видите? Но тут еще какая-то херня, которой я никогда не видел. А тут Broken Communications Module. И вот это вот закрытое, непонятно почему. Не волнуйся, однажды я это сделаю. Ладно. Летим дальше. Так, здесь больше ни хрена нет, да? Да, вроде бы ни хрена нет. Наверное, нам нужно здесь побродить. Mount Aurora Border Patrol. Поехали. Мне б топливо. Отряд патруля, короче, пограничного МТ Аурора. Неизвестный корабль пытается к нам приблизиться. Это не делает ли его более подозрительным? Что нам делать? Убираться или clear our name? Ну давай так. Свалим. Повезло, повезло. Не надо было слушать ее. Я догадывался, что она хорошего не посоветует. Так, Lumen Association. Yes. Подзарядочка. Чем я могу вам помочь? Пополнить.
Так, нам нужны деньги. Продаем все к чертям. Ну это ладно, это... О, десяточка. А вот, кстати, Century Records-то. А, непонятно. А, это не тот. Блин, ну я вот однажды продал его, и потом... Ладно, хрен с тобой. Надеюсь, этого достаточно. Так, buy goods. Давай, укатывай. Ё-моё, а чё у вас только стоит-то все это дело? Lumen Intel. Это есть, это есть, это есть. Так. Заполнили. Не хватило денег, да? Ладно, придется продавать все. Это, конечно, ошибка с моей стороны. Еще один люмен этот сам. Нам нужно, я не знаю, фармиться, что ли, где-то. Програничный патруль. Настоящий талант. Окей. У нас новые координаты есть. Не знаю, насколько они далеко. А, ну по пути в целом. Так. Заброшенный сигнал анализируем. Слабый сигнал, возможно... Галактическая империя? Я что-то не помню, чтобы у них была Галактическая империя в этой игре. Это очередная отсылочка, что ли? 10-й год войны Люмен. Давайте изучим. United Mining Smart Processor 8 штук. Не установила ли Реми парочку таких? Я получила ненормальный коммуникационный запрос. Исходит из корабля внутри руин. Это от клана Румани. Но я думаю... Я думал, они пропали много лет назад. Пусть боги принесут вам, короче говоря, счастье. Спасибо, что получили наше сообщение. Это Шияа из клана Румани. Служительница принцессы. Слушайте, по-моему, это отсылка на Звездные войны просто. В этом возрасте я уже не могу лететь с United. Не могу избегать United Mining Ассасинов. Хочу вернуться сюда и закончить свои дни в мире. Должно быть, это судьба, что мы встретились. Не будете ли вы так добры выполнить мой последний реквест? Эдди 16 лет назад клан Румани претендовал на то, чтобы быть партнером United Mining. Не уверен, что им можно доверять. Она не выглядит как плохая персона. Давайте ей поможем. Romani Air Adornment. Заколка. Передайте, короче говоря, что ее мать всегда ее любила и все такое. Ну окей, давайте еще раз изучим. Может там... Да, вот эти процессоры гору получили, но они нам не нужны для апгрейдов. А зачем они нам нужны, я не знаю. Так, United Mining Standard Signal. А там сейчас не боевая станция какая-нибудь будет. Ну, погнали.
Посмотрим. У нас есть, в принципе, обманка это. Не знаю, что это. А, это мемориал. Thousand Peaks Frontier Memorial. Там куча людей каких-то. Ты, это ты предатель. Как ты смеешь показывать свое лицо здесь? Уж я с тобой разберусь. Ой, простите, я приняла вас за кое-кого другого. Вы выглядите прям как принцесса. Ей должно быть сейчас где-то лет 30, возможно, чуть больше. Если бы не она, Румани клан до сих пор бы существовал. О чем, черт побери, она говорит? Я уже и без того зла, потому что постоянно вижу Джуна и Эду вместе. Ну, предположим, ладно. Окей. Полученная история клана Румани. А, это очередная воспоминалька. Воспоминалька. Ладно, если бы было на русском, я бы, наверное, больше читал немножко, но, к сожалению, я не настолько хорошо понимаю, что здесь написано. А, да и, честно говоря, мне не очень интересно, в общем, беда. Потому что, ну, понятно, здесь мир, который прям наводнен погибшими цивилизациями, погибшими народами и всем таким. Здесь вот эта зона, где был когда-то некий Румани-клан, который, по всей вероятности, закончился. Lumen Alloy Armor. А вот он нам был где-то нужен. Да-да-да. Его производили именно вот эти Румани. Обнаружили какие-то, короче, типа мин, оставшихся после Lumen War. Джун, не слушай ее, это очень рискованно, ты можешь умереть. Это все будет в порядке. Ну, давай вперед. Если ты сейчас подорвешься, будет досадно. Salvage Explosives. Какие-то взрывчатые сам. Гранаты какие-то, ё-моё. Давай еще обыщем. Но это нам для апгрейдов никак не поможет. А вот первое то, что мы нашли, да, оно было у нас под апгрейда. Здесь, кстати говоря, нужно прорезосканить. Потому что здесь что-то есть. Так. Ну давай, пой. Ага, а вот тут неожиданно мини-игра, да? Нет, не это. Попали. Записывай звездную песню, давай. Proud Witch's Star Song. Окей. Так. Ну мы тогда вниз метнемся сперва, а потом наверх. Вероятно, заброшен. Ну, полетели. Посмотрим на эту заброшку поближе. Такое ощущение, что все это было частью одной большой планеты когда-то. А потом развалилось неожиданно. Damaged Lumen Metal Plate. Refined Lumen Metal Plate 4 штуки. Molten Luminite. Похоже, у нас есть материал для апгрейда корабля. Поехали. Конечно. Чего? Ага. Давай. Что это? Armor Capacity Increased. 17 до 30. Хрена себе.
Вот это мы да. Вот это мы да. Вот эти смарт-процессоры у нас теперь дофига. А вот каких-то еще сенсоров явно не хватает. Так, ладно, отсюда летим. Давайте, значит. Primordial Cave Signal. Звучит как-то очень пафосно, я бы сказал. Полетели, посмотрим на это пафосное. Опять ты. Эда, что же мы будем делать? Мы действительно будем с ними сражаться? Сражаться с ними? Ты что, дурак? Эдди, мы Military Airspace. В военном воздушном пространстве. Возможно, стоит отправить им модифицированный сигнал. Джун не понимает, как космические пути, короче, работают в пиках. Будь полегче с ним. Доктор сказал нам апгрейдить наш сигнал. Ох, какой высокий уровень сложности-то, а? Ну, я боюсь, что мы сейчас погибнем просто. А, нет, смотрите-ка, выдержали. А они, типа, совсем тупые, да, я так понимаю? Люмен Кейф, астероид 67. У нас не очень много времени, Джун. Надо выяснить, что за место. Окей. Побежали. Эти пещеры под United Mining контролем, короче говоря, так что надо быть аккуратным. Я очень аккуратен. Proud Witch's Song. Как обычно, не сработает, да? Нет, что-то сработало. Наполовину. Наполовину ворота открыли. Так. Нужен другой саунд. Ты уверен? А может просто сюда тоже его херануть? Так. Вот и все. Че ты переживал-то? Все нормально. Пошли. Давненько мы с вами в пещеру не спускались, да? Это натуральная пещера? Она так сильно отличается от других люмен пещер, которые я видел? Следи за временем. Твои миссии 3 этапа. Забраться вглубь. Исследовать шрайн и собрать сэмпл Старсонг. Вернуться в красную комнату. Мы все еще на первом стейдже. У тебя 430 секунд, чтобы... пробраться вниз. Хм, вот она, какая-то база. Ладно, бежим. Блин, цветочек. Надеюсь, времени здесь... Никогда ничего подобного не видел, короче. Так-так, это что? Гуманоид Luminite Crystal. А здесь как назло, да, куча всего, что можно подобрать. Эта игра, конечно, очень странно управляется, в том смысле, что тут пространство очень кривое. По идее, она на самом деле псевдо 3D, она скорее двухмерна. Что здесь произошло? Что-то произошло. Чтобы остановить Люмен Хаус, мы уничтожили Терру. Чтобы остановить Люмен Хаус, мы принесли ее в жертву. Мы молились ярости Фьюри. Так, дальше идти. Не могу, не успеваю, ребят, читать.
Я так думаю, сразу там нет смысла пытаться что-то разгадывать. Illuminate Crystal Humanoid. Хм. Я куда-то пришел. Ползем, ползем. Это какой-то ее хитрый план, как избавиться от нашего героя, что ли? Я вполне допускаю такую вероятность. Proud Star Song. Некий Proud Star Song. Не знаю, что это. А я стараюсь особо не вчитываться, потому что у меня мало времени и много... Следи за временем, у тебя 30-30 секунд. Ай-яй-яй, я что-то пропустил. Очередной кристалл. Так. Тут все пронизано, короче говоря, люмином. Прям вообще. Прям вообще. Ползем вверх. 310 секунд. Я понятия не имею, куда я иду и зачем. Там были ворота, и нам, я боюсь, рано или поздно придется к ним вернуться. И вот я не знаю, как я сейчас обратно всю эту дорогу буду проделывать. Прям вообще. А, подожди, так мы сюда, то есть мы круг прошли, получается. Proud Witch, Proud Star Song. Оригинал. Так, и надо решать. Не знаю, тикают ли часики, но надеюсь, что нет. Потому что это, конечно, будет досадно. Стоп. А, ну слушайте, смотрите, угадали с первого раза. Давай вторую, чё. Ну давай эту. Подожди, в смысле? Нужно вроде другую. Я же тебе возьму-то другую. Не понял. Очень интересно. Очень интересно, ничего не понятно. Я где-то что-то пропустил? Где я мог что-то пропустить? Не понимаю задачу. Ты что там ковыряешься? Ну тут нет нихера. Чего я ковыряюсь? Либо я ее не вижу, еще одну палку. Либо ее тут тупо нет. Может быть, наверх здесь можно как-то? Ё-моё, правда можно. Но это по существу ни к чему не ведет. Я все равно иду туда же, где уже был. Непонятно. Я не вижу нигде варианта. Блин, а как мне их открыть? Поторопись, 180 секунд. Ну, это замечательно.
У меня нет нужной песни. Я не знаю, где ее взять. Серьезно, я не вижу ни одного варианта. Ну и что? Мы с вами будем делать? Да отстань ты, я не знаю, что делать. Такая напряженная ты сама, а я понятия не имею, что я делаю вообще. Я не знаю, как открыть эти ворота. Ни единой мысли. Ну что с тобой делать? Я либо не понимаю задачу, либо что. Я не знаю. Не знаю я. Чё, придется переигрывать, ребята? Я не... Чё-то в растерянности. Я, очевидно, что-то где-то не нашел, но что и где, я понятия не имею. Вот. Секунд, да? Я понимаю. Может быть, здесь куда-то вниз можно? Нет, здесь ни хрена нет. Загадка. Я явно не вижу чего-то очень простого. Поворот какого-то, может быть, спуска. Еще чего-то подобного. Ёпперсоте. Ну понятно. Можно мне переиграть, пожалуйста? Ну все. Хана. А жаль. А жаль, я в итоге нашел. Никуда не пойду. Я думаю, это торпеды. Окей. Сейчас я надеюсь, что старый Джун скажет, что нет, ну я же здесь, я жив, значит, этого не могло произойти. Давай по новой. Могли бы какую-нибудь ачивку дать. В
Вторая фейковая смерть. Да, смотрите. Third I was dead. Давай. Вспоминать нормально. Я понял, в чем дело. Я вообще не заметил, понимаете, я вообще не заметил этого спуска. Я сейчас его обнаружил исключительно по той причине, что я просто шел и тыкал. Я понял, да. Давай. Я просто шел и тыкал, и случайно ткнул туда, куда нужно. То есть это вообще было не... Скажем так, я нашел ее не специально. Тут куча всяких кристаллов, я их сразу захаваю. Я думаю, они нам пригорятся, продадим их потом. Да, но это, конечно, было очень весело и очень глупо, если честно. Торпеды, значит, да? Они их гасят торпедами. Круто. Что здесь произошло? А, кристаллы какие-то. Окей. Здесь мы что-то делали? Не, не делали. Мы где-то включили этот люмен, я помню. Пойдемте, включим еще раз. Угу. Да, веселье, веселье, конечно. Я думаю, что вторая попытка у нас будет более успешной. Хоть чуточку. Блин, вот это было, да, это было жестко. Но я ее реально не увидел. А где я трубу включал? Proud Star Song, да. Трубу я где включал? Еще один этот самый. Ну да, ее можно было, в принципе, увидеть, конечно. Это я туповат. Ладно, хорошо. А, обе песни взяли. А, время еще есть в целом. Здесь больше ни хрена. А, поднимаемся наверх. Да замолчи ты, господи. Орет и орет. Да я тороплюсь, да. Так, идем наверх. Ай-яй-яй, цветочек. Цветочек собрать. Хорошая игра, она управляется одной рукой. Серьезно, она прям одной рукой управляется. На протяжении всей игры, по сути. Так, бежим. Так, выползаем наверх. Сейчас мы с вами эту хрень открываем. Получается, у нас два раунда открытия. Proud Star Song. Давай, погнали. Ну вот здесь просто, потому что на 11 часов находится одна полоска. Это значит, что до нее в любом случае нам надо луч дотащить. Скорее всего, именно она и станет основой этого луча. Угу. Так, теперь вторая, да? Жалко, я не прошел чуть дальше перед тем, как помереть, потому что теперь я не до конца понимаю, сколько там еще бежать. Так, она выдвигается вот отсюда, да? Что-то не так. Это, видимо... да. Интересно. Интересно.
Лучи, главное, больше не убираются. Звучит неправильно, по их мнению. Так. Совершенно не понимаю. Вот adjust volume, да? Вы видите его. И вот он больше не работает почему-то. По-моему, эта песня ни хрена не подходит. Вообще ни хрена не подходит, слушайте. Видите, я нажимаю, ничего не происходит. Ты хочешь от меня, игра? У меня такое ощущение, что такое ощущение, что что-то не так, но я не могу понять, что. Ну, это явно она. О, попал. Неожиданно. Так ощущение, что она заглючила, то есть она вот выдвинулась на максимум и почему-то застряла. Я понятия не имею почему. Из-за этого все проблемы. Уровень первый завершен, ворота открыты, я пробрался в святилище. Великолепно. Есть какие-то следы человеческой активности? Дай оглядеться. У тебя есть 150 секунд. Ты охренела совсем, что ли? Муралы. Замечательно, сейчас не до них. Возможно, в них даже было что-то важное, но у меня нет времени на это. Еще один мурал. Спускаемся. Давай, давай. 150 секунд, очень мало. Может ли быть такое, что здесь война оставила следы? Ну, вероятно, да. Блин, 150 секунд, это очень мало. Осталось вообще 124. Подожди, что-то тут было. Ничего не было. Что-то подобрал. Куда, куда, куда? Сюда, сюда, сюда. Еще какое-то описание чего-то.
Так ощущение, что там что-то есть. Воу, 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 что происходит? Очередные древние, которые пытаются какими-то копьями завалить кого-то одного. Непонятно кого. И они его заваливают. Он умирает. Это алтарь для жертвоприношений, что ли? Кто эти боги? 6-7 из них. И кто посередине? Они его убивают. Это, видимо, Терра. Это Джун, стадия 2 завершена. Люминит, который я засимплировал, идеален, пора возвращаться. Не волнуйся, это только один из кандидатов на роль Банши. Сколько у нас времени, Рэми? 180 секунд для возвращения. Lumen Cave 04, Red Chamber, Perfect Star Song. Что бы это ни значило. Просто поторопись. Что нам нужно сделать? Вернуться, по идее, правильно? Правильно. Я держу кнопку буквально зажатой. Ни на что не отвлекаемся. Ты собираешься покинуть Red Chamber? Я говорил однажды, что я покину однажды Red Chamber. Что не так с сигналом, Рэми? Она нас слила, походу. Хм. Конфликт высосанный из пальца, вот честно. Серьезно, это он. Это пальчичный конфликт. Просто электрошок. Это его не убьет. Я думаю, почему ворота открыты? Откуда эти сраные раннеры лезут постоянно? Похоже, он из ассоциации. Много проблем доставили, короче говоря. Где прячешь корабль? Где остальные? Не могу позволить ему знать о красной комнате. Отдай их нам. Ну понятно, его пытают. Ты арестован по 16 статье Lumen Mining Act. Он океанер. Их сложнее сломать, чем Picker Pirates. Нет смысла с ним разговаривать. Всегда хотел узнать, какой у них лимит. Посмотри на себя. Боунс. Какого хера? Читал мои сообщения. Стоп, секретная миссия. Ну понятно. С 10 лет скосили до 5, так что я ее принял. Ну понятно, да. Так что я теперь член экспедиции. Ты нашел то, что мы ищем? Не хочешь говорить? Счастливый ублюдок. Отпустите его, ребята. Но капитан, статья 16, там бла-бла-бла. Вы видите его роющимся в округе? Хе!
Никто этого мужчину не видел, ясно? Но, сэр, это приказ. Вы слышали меня? Назад за работу, да, сэр? Вот это фартанул, твою мать. Спасибо. Действительно стоит быть поаккуратней. Пилот, да. Если бы она только меня так сильно ненавидела. Ну, обычная ревность. В принципе, ничего такого. И я не знаю, зачем они решили сделать из этого прям целое. Да-да-да-да-да. Клан Эдикт Пойнт No Fingers. Ну, короче говоря, понятно, ты потерял свой дом, но это не значит, что ты сможешь отобрать у меня мой. Ну, давайте уже выясняйте все до конца, блин, чтобы больше не было всей этой херни. Как ты смеешь говорить о моем доме? Остановитесь немедленно. Иди обратно в свою комнату, Джун, ты заслужил это. Больше ни слова. Типа проваливаясь с этого корабля. И называй меня капитан. Все. Так, ну что, на этом тогда будем заканчивать на сегодня. И повоевать удалось, и помереть один раз. В общем, было весело, как говорится. Что? Ну хорошо, мы за эту неделю с вами продвинулись, но так и не дошли до четвертой главы, что прям меня очень сильно грустит. Вы были на секретной космической станции Хоспорт. Я Хоспорт. Мы направляемся искать эту таинственную планету или пещеру, короче говоря, где, скорее всего, пропала учитель нашей героини. И у нас внутри, так сказать, на палубе развивается тупорылый конфликт. Очень тупорылый и очень конфликт. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, группу ВКонтакте не забываем. И до новых встреч. Пока.